Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. А вон, смотри, вон. Все, смотрим твичи, два штуки. Охуенно! Все, да, все так в жизни. Нет! Блядь! Сука! Где фокус, блядь? Какой фокус, нахуй? Вишня, блядь, что ты ржешь, нахуй? Вишня, блядь, ебаная. Ребята, я знаю фокусы. Мне надо. Все, лучше, блядь. Ты точно подходишь твичу? 100% нахуй. Я уверен. Я нормально сижу, не ссы, блядь. Хорошо. Как так сделал? А, это я сделал. Вот так и оставь. Блядь, Диман! Ебать, секс! Блядь, Диман! О, ебать, это... Блядь, Диман, как будто в фотошопе электрон. Диман, блядь! Я сижу просто так, что, ну, как бы... Что? Это ужасно выглядит! Ну-ка, давайте еще раз. Нажимать? Ебать! Ты... Ты раму свою закрыл. Все, таки стой. Все, делай вид, что ты пьешь Гейнер. Ну ты его пьешь. Я и пью его. Не делай вид, а просто пей. Просто пей. Да, пей Гейнер. Давай. Ты что делаешь, человек? Ты что делаешь? Ну, меня сбалтывай. Ты что делаешь, не понял? Сбалтываю Гейнер. В смысле? А что мне еще делать? Ну, я не... ты нормально сбалтывай, не сейчас понял. Я тебе сболтаю. Сболтай меня. Двумя руками. Двумя руками, чтобы было красиво, да. Долбоёб! Феликс нашел проволоку от хлеба и сидит грызет. Типа, имитирует голодающего. Ты чё, сучка? Мамон себе отрастил на диете. У тебя почки откажут, ты сдохнешь, блядь, молодым. Ёбаный в рот, так как так-то, а? Не спрашивайте. Пацаны, прикиньте, я услышала этот родной звук, свой самый любимый, и вспомнила, что я забыла вам рассказать. У меня поломался мой очередной вибратор. Пиздец. Я хотела вас попросить задонатить мне 8000 рублей на вибратор. Вот что я хотела попросить. Прикиньте. Не нужно спрашивать. У кого сестра плюс Анит? 18 плюс. Да, дэм, нифига плюсов. И чё, каково это сестру иметь? Что с ними так долго? Ну, в смысле, не... Блядь! Да меня бесит, блядь, они такие дорогие. А ломаться через каждых полгода. Это не... Эй, бля. Ну, в смысле, сестру не иметь, а в смысле иметь. Блядь, пиздец, тяжело, нахуй. 04. И у вас он спросит, как он получил гал, когда мы получим. Вы скажите, что он, короче, 4 часа... Ну, сейчас тебя бесплатно потрахают. Трахаться и дрочить — это не одно и то же. Это не так, как у вас, забейте, бля, я хочу немножко изучить женский организм, плиз. Бэйбика кликал. И советуйте это всем малю. А, можно Рубик? А ты в доту играешь? Нет. Блин. Можно было Рубика наколоть. Я вообще не играю. Там герой. А кто-нибудь в доту играет? А что? В доту. Никто не играет в доту? Блин. Как можно не играть в доту? Это лучшая игра вообще. Уже 20 лет лучшая игра. Ты видел в бассейнах, например? В бассейнах? Ты не видел стримеры в бассейнах? А, я видел стримеры в бассейнах. Это мне, опять же, в рекомендациях на ютубе вылазит. Конечно, один конечно. Раз кликнул, конечно, один раз кликнул, все, и балдеешь, блядь. Может быть. Блин, нам пишет подрядчик Кура. Это нормальная тема. Попрячко, блядь! Сейчас твоим маме нахуй! Ладно. А что у него за трек играл? С
Слава Мерлу, что это за трек, плиз? Подскажи. Твою маме нахуй! Ладно. Я не автобус, поняли? Ты сказал, что я автобус? Получай, блядь! Это Камри 3.5? Блядь, мне просто понравилось, как он там... Но это... Но... Я... Боже, фу, блядь, крик от Даши, господи, пиздец. Фу, блядь. Боже. А мы наоборот, друга только поддерживаем. Ужас. Да, мы не стремимся. Да, да, спасибо. Так, напутствие двум близнецам, какой есть вот такой вот маленький ключик. Друг друга поддерживать, не комплексовать и делать все с умом. Да. Ну, у вас такой кул стайлинг, я даже не знаю, вы очень креативные пацаны. Спасибо. Да, спасибо. А откуда вы приехали? А мы не приехали, мы тут живем. Мы тут живем. Да, чем вы занимаетесь? Бодибилдингом? Нет, это просто как спортивный образ жизни. Жизнь, да. Не пропускаем тренировки в течение 20 лет. Сколько вам лет? 27. Подождите, нам по 15-27, то есть может как-то... Она все ближе подходит. Будет весело. Весело будет. Ну, за 2 года много чего может измениться. За 2 года. За 2 года много может что изменить. Это же нам 3 года так. Свое не теряет, не опускает, не опускает женщину. Не-не-не-не-не. Раз, два. Вступайте в нашу партию, у нас весело, хорошо. Мы за любовь, мы за всех. За дружбу народов. Ура, товарищи. Спасибо большое. Вау. ЛДПР. Это не фотку делаешь, что с тобой. Yes. Попыт. Симпл-димпл, маленький красивый, а Попыт большой и милый. Симпл-димпл, он простой, а Попыт вообще крутой. Симпл-димпл. Попыт. Симпл-димпл. Попыт. За Альянс! Майнкрафт! Самый красивый Орчиха. Ну ладно. Локтар Агар. Локтар. Чего? Что? Ничего. Моя зайка. Он на диване спит там. В своей комнате. Ой, как в своей комнате. В той комнате, в зале. Блять. Кого? Долго что? За что я смотрю? Окей. Слушай, вебочку, пожалуйста. Ванёк, у меня... Я тебе еще раз, ты, возможно, плохо услышал, у меня хуй до колена. Да, да мне похуй. Его хоть, видно. Блядь, хоть хуй, блядь, ты, я не знаю, куда я... Вебку дай. До Эвереста. Ты мне... Диману в рот сувал, уёбку. Тут тоже согласен. Я нашел недостающий элемент, который поставит все на что это места. Такое? Бля, я не могу вспомнить, что это такое? Что это мои будущие зятья. Не-не-не-не. Про нас знала. Не-не-не-не-не. Кем имеет дело? Не-не-не-не. Спасибо. Не понял, в смысле. У нас что, нету выбора, чешо, не понял. Выбор есть всегда. Да. Но не у вас. Кто песок рассыпал на пляже? Не знаю. Приятного загорания, девочки! У-у-у. Там вниз можно спуститься. Ща. А кто это стримит? Чей это стрим? Что это? Это у меня?
это мои чипсы, Мэг! Джон? Его еще больше! Это у нас вишня. Аня Вишня, она находится в нашем скваде. Я тебе сейчас открою ее. Тут, кстати, довольно удачная фотография. В Инстаграме даже похуже будет. Смотри. Так, стоп, у нее вишенка же должна быть, да? Вот, смотри. Ух, тут, блядь. Ух, тут фотографии, блядь. Вишня, что за фотографии? Короче, так чуть прокрутим. Это не ее парень, если что. Это просто она с ним хорошо, стримит. Хорошо. Забей. Я бы Алину Рин выбрал. Хорошо. Базар, Алина Рин. 60% аудитории выбирает Алину Рин, там было написано. Или что-то такое, короче. Мы еще аудитория может голосовать? Что это за выбор? А это кто? Что это за принцесса, королева? Давай, Крис Вейв. Антика и фасолька. Так, смотри. Ну, это сложный выбор, надо гуглить. Слушай, Антику давай лучше не будем. Понял. У нее есть парень. И... Ну, короче, давай просто выберем фасольку и дальше пойдем. Ну, давай. Ну, там проблем особых не будет. Просто таких... Как могут быть у Антики? Вот так вот. Самые верные предают дезертиры. Вот так руками и сделай. Конечно, будет. Сейчас. Вам какую, огневую или газовую? Огни. А как она здесь? Там на кнопочку нажмите. Вот верхнюю? Да. А там потом... посередине кнопочка. А, это ключ от машины, сейчас зажжет. Блять, боже. Спасибо, до свидания. Спасибо. И мне дали скидку, и у меня теперь скидка полчаса бесплатно. Да, честно, я думал, что у тебя сперма настолько медленная, что тебя, знаешь, на раз в месяц регенится. Ключ от машины. Ты что, у меня сперма регенится, Слава, вообще там так бурлит все. И то случайно, знаешь, ночью, бля, выплескать во время ночной полюции, бля. Брат, чтоб ты понимал, у меня полюция на голове есть даже. Бля, тебе 12, что ли? Я не знаю, я просыпаюсь в сперме весь. Бля, чё? Я тебе дверь не закрываю, но вряд ли за это. Сосед тебя в кончону ловил. Постараюсь ДР, плиз. Что мне Ванёк рассказывал, он, короче, подумал, что, блядь, сфруктоска, короче, сквертанул на неё, она просто мне потом рассказала, что насылал на неё. Какие нахуй дела, блядь? Отдыхаем, бухаем. Ау, блядь! У меня ноги грязные, ты что делаешь? Женщина, я целый день ими топталась. Обожаю грязные ножки. Ебать, я давно не бухала! Так охуенно! Боже мой, господи, я нашла себя снова! Так, теперь у нас гаечка. О, гаечка, мы знаем как. Гаечка. Ну, умер вообще. Да, 18. Так, подожди, это что за хуйня была? Давай возвращай, блядь, так нечестно. Не-не-не. Что ты? А что ты произошло? Да, блядь, конкретно. Так, в смысле, да. Она тут ходит, тут нет, сразу все. Ну, кстати, я начинала, да? И тут, как Илюха там сидит. Вон и си который. Да-да. 13. Ручки разминает перед матчем. Тренируется. Я хуем так умею делать. Это тоже упражнение Кегеля? Нет, там мышц нет, на самом деле. Письки мой дорогой Андрюша. Если хочешь, обращайся, я тебе в личку объясню, как работает половой член. Там мышц нет. Ты напрягает его твое сердце, на всякий случай. Это мешок. Мешок с кровью. Мешок с кровью. И с клапан, который переключает. Это как батут. Твоя писька как батут. Ее поддерживает... Вот батут поддерживает мотор, который качает воздух, а твой батут поддерживает сердце. Потом там клапан выключается, и воздух заходит, и точнее, кровь заходит и выходит меньше. И поэтому он такой твердый. На всякий случай. Там мышц нет, мой сладенький. Вот такой вот такие девочки мне, конечно, не нравятся. Таких девочек я хочу пропустить. Привет, как дела? Нормально, ты шо? А у меня тоже неплохо. Вот я гуляю, а вы что? Ничего, тоже гуляю. Ну ладно, пока. Погуляли, класс. Ты город такой красивый. Да, согласен. И я такая красивая. И вы девушка такая красивая. Да. Я понял.
вереска. Ладно, Тамара, я к вам чуть попозже подойду, хорошо? Хорошо, вам подойду. Погуляю, да. Какой модный лук. Конечно, блядь, ясен хуй. Конечно. Я тоже соответствую, последние моды, все. Блядь, кто это нахуй? Ладно, у меня дела, пока. Боже! Ладно, у меня дела. Боже! Покакать. Давай, пока. Боже, что это? Блядь, я не понимаю. Серега реально мне тоже не разрешает какать. Но, Оля, не знаю, нахуй я сказала, потому что, когда, помните, я что-то искала квартиру в Питере в феврале, переезжала, я сама ночевала у Оли, стримила у Сереги, я пошла просто у Сереги молча накакала нахуй в феврале. Он не знал. Алло? А, кто, прости-то, в феврале какал у меня дома? Не, я пошутила, Сереж, ты чего, ты же не разрешаешь. Ты реально срала у меня в феврале? Даже два. Эй, подождите, стоп! А вы его потрогали меня? За бетон. Подождите, подождите, сейчас, секундочку. Серьезно? Девушек не нужно заставлять. Потрогайте еще. Кайф, кайф. А пресс у меня есть, потрогайте? Подождите, а у меня жестче? Еще потрогать. Нет, только бицепс и пресс можно. Помнишь, как она еще потрогала вас? Да. Подожди, она тебя за какую сиську взяла? За какую? За все, за обе? За все. Как, прям мощно? За рот и за бицепс. Ну так, нормально. А меня она взяла за бицепс. А потом еще и за ягодицы. Что у меня чуть ли начал не подниматься вопрос, возьмет ли она меня за другую бицепс. Костя, так когда меня взяли за талию, а потом взяли ниже руку, у меня тоже начинался подниматься вопрос. Она меня за жопу взяла. Ой, я что думал? Я думал, куда мне снимать? Сначала за правую булку, потом за левую. Не снимай меня выше. Ниже не снимай меня. Ниже не снимай. В смысле? Что такое? А ну-ка, не сумку снимай, опусти. А ну-ка. Опусти сумку. Не опущу. В смысле, не понял? Не опущу. Не понял. Мне сумку опусти. Мне так удобно. Здравствуйте. 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 А у меня занята рука. Как у вас делишки? Хорошо. У нас тоже. Давайте, удачи вам. Хорошо, у нас тоже. Одобряю. Одобряю. Одобряю, говорит, сюда красиво. Все отлично. Все отлично. Хочешь, я познакомлюсь со своей бабушкой? Твоя бабушка? Бабушка Тамара. Ну, не бабушка моя, но моя подружка. А мне цветочки подарила. Очень здравствуйте, папа. Бабушка спасибо. Тамара. Это моя жена. Это моя жена. Добрый, вот, знакомьтесь. Приятный. И вообще умный, мудрый, великолепный молодой человек. Конечно. Спасибо, конечно. Очень приятно. На здоровечко. Спасибо, и спасибо. И будьте благословенны. Здоровья, СПС, СПС. Спасибо большое. Будем там выжидать кое-чего. Кого? Ну, узнаешь. А? Узнаешь. Сейчас у нас сейчас будет небольшой план. Экспириенс. Да, экспириенс. Так, ну что, может, чем-нибудь позанимаемся? Чем? Чем-нибудь. Чем? Как тебе идея? Как тебе идея чем-нибудь позаниматься? Включи музыку. А, или стрим же банит за музыку. Да. Сидим нахуй. Люди думают, о, там, наверное, он с девочкой ебется, блядь, бэшки на заднем сиденье, а я просто сидел, блядь, кейсы открывал. Давайте я ее просто в машине оставлю. Все, нахуй, я закрываю. Я пошел, блядь, пускай она там сидит.